Итак, прошло 2 минуты. Не помещается. Алиса, иди сюда. Не-не, ей это как будто не надо. Ну? Общаться будешь? Нет. Возьмем в руки нож. Вредничает. Что здесь? Ведешь себя как приличная лисичка. Все, больше нету. Побежала. Ну и так может продолжаться, в принципе, всю ночь. Далеко Алиса не отходит. Прячет все это где-нибудь поблизости. Удивительно, я сегодня занимался спортом и ногой сгреб гальку. Алису нигде не было, и сразу же она появилась, и из этой ямки, которую я сгреб ногой, вытащила кусок мяса и унесла. Вот. Ну, все, пошла куда-то перепрятывать свои запасы. Нет, не дашь. Я вижу, тебе погода нравится. Вот так, видите, хорошо. А вот погладить. Да. И все. Собаки куда-то делись, а нет, вот на крыльце уже сидят, ждут еды. И Алиса туда же. Вот что снег делает с лисами. Собаки не так реагируют. Что, есть? Уже пора? Ну, сейчас пойдем. Слово есть, услышал. Да. О боже. Алиса опять там что-то схватила и бегает. Наверное, это ее любимый трофей новый. Страшный трофей, надо всех отогнать от него. О, и головой в яму влететь. И тут кусок. Везде что-то спрятано.
утренняя возня превращается в перепрятывание еды. Если сверху подходить просто ногами, то будет еще хуже. Так, я подползаю, поэтому она не очень сильно. Ого, вот. Это следующий барьер. Если не подходить сразу, а так посидеть и заняться своими делами. Давайте попробуем. Я за пастилой пришел. Вообще не к тебе. Да, да, тут просто посидеть рядом. Вот. Погрызть батарею. Сама себя обаюкает. А вот что будет, если я подниму руку, смотрите. Давай поглажу. Но в таком лисьем состоянии погладиться не получится. Сегодня день снежный, но у лиски свои дела. Я ухожу, а Алиса сейчас приходит обратно и продолжает играть в снегу. Да. Вот так всегда. Кто хулиганит? О, все твое. Ой-ой-ой! Сейчас поймаю тебя. Не хулигань. Да, я знаю, что ты вредная. Все. Уходить с своей поляны. Ну что же делать? Если ты такая вредная, то придется действительно уходить. Лопатой поработать не даешь. За ноги кусаешься. Да. Может погладить тебя? Ух ты такое. Чуть-чуть. Давай, давай. Чуть-чуть поглажу. Нет, я вижу, да. Кусь будет. Снежок тебе. На. Сейчас время, когда не надо трогать лису. Лиса явно об этом говорит. Ну ладно, пока. Несмотря на твою вредность. Все, я пошел. Алис, даже обедать не придешь?